Сейчас Крис поедет. Котлетка. Ну, тут прямячок, в принципе, ничего интересного. Сейчас пойдем на основное место, где только что патрол на лоплан. Так, вот тут накопали. Тут УАЗик был. Тут патрол. Сейчас котлета едет. Сейчас интересно будет. Вес значительно меньше. Как она проскочит в этом месте. Все-таки, я думаю, ей полегче будет. Вот они уже на месте. Ходом должен проехать, Артем. Ходом должен проехать, он легкий. Влево пусть. Закопался. Красивенько. Давай, да, мог красиво пройти вправо чуть бы раньше. Точнее, влево сильно заложил бы. По ненакатанному, ненакопанному, я думаю, заскочил бы без. Передняя не работает блокировка? Передняя блокировка? Не включал. Не включал? Блин, тут очень мягко. Блин, в ноги намокли. Пока только правая. Так. Интересное место. Прямячок скоростной. По торфу. Сейчас. Ага, и дальше выход, подъемчик жесткий. Сейчас. Ну да, уже колея после 42-х колес, и кто-то еще до него ехал. Выход. Старайся смотреть. Вот прям под ленточкой, Крис, вот сюда вот. Тут выровняешься. Понял? Сюда сюда сюда. Сейчас у них своя траектория, молодцы. Все правильно. Такой ступенька такая хорошая. Камера не передает, естественно. Кто снимает или смотрит и видит живьем. И потом на экране, конечно. Ну, такой хороший. И полный торф, сухой торф. Он, если, не знаю, видно, не видно на камеру. Сейчас решают, какую траекторию выбрать. Ходом, давай. Ходом без фанатизма выскочишь. Без каких-то. Давай, давай, давай. Ну, то, что я и говорил, выскочил без проблем. Пацаны траекторию подобрали. Все четко. Следующий участник идет смотреть.